Всем привет, 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 привет. Привет, мои дорогие. Соскучились по каналу АСМР первый. Вот он я. Меня зовут Виктор. Я, как повелось, уже являюсь ведущим этого канала. Вы готовы к новой порции мурашек? Давненько не было у нас видео на канале про парикмахера. Так что этот, скажем, видеоролик посвящен парикмахеру. Случай в парикмахерской. Вы готовы? Тогда мы начинаем. Поехали! Стой. Но перед просмотром ролика, хочу сказать, подпишись на канал, поставь лайк, напиши комментарий. И обязательно нажми в колокольчик, чтобы не пропустить следующий видеоролик. Ну а мы начинаем. Для тех, кто любит мурашки. Но прежде чем посмотреть этот ролик, хочу вам сказать, что до декабря этого года, до 31 декабря включительно, то есть до конца года, я буду снимать коллабы совместно с другими блогерами разных уровней, как начинающих, так и давно всем полюбившихся. Вот, так что как-то так. Что от вас требуется? Снять ролик продолжительностью от 6 до 12 минут. Выложить его у себя на канале в закрытом доступе только по ссылке, чтобы можно было его посмотреть. И ссылку кинуть мне ВКонтакте, который я оставляю в комментариях, либо мне на почту, которую вы видите на экране. Вот, все очень просто, элементарно. И, возможно, именно вы попадете со мной в следующий коллаб. Добрый вечер. Вы подстричься хотели? Присаживайтесь. Голову вот так немножко откиньте. Как будем стричься? Я вас понял. Только сразу скажу, я немножко болтливый. Вот. Поэтому будьте готовы к тому, что я буду очень много говорить. Ну ладно. Я постараюсь сильно не надоедать вам своими разговорами. Хотя у меня, конечно, это редко получается. Ну вот такой вот я человек от рождения. Вот. Таким я родился. Таким я вырос. И с этим живу. Прошу любить меня таким, какой я есть. Себе что-нибудь расскажите про то, что мы все обо мне, да обо мне. У меня тут, кстати, на днях ладно, пока вы думаете, у меня тут, кстати, на днях стригся один такой странный вообще. Скидку просил в размере 100%, то есть чтобы я все бесплатно делал. Ага, ну конечно, распишался, да.
Я ему так же сказал, да. Что бесплатно бывает только сыр в мышеловке. Хорошо, что в наше время, в такое тяжелое, вот эти все кризисы, пандемии, есть еще понимающие люди, такие как вы. Скидочку я вам, конечно, могу оформить, но, разумеется, не в размере 100%. Потому что нам тоже надо жить на что-то. Вот. Вот. Пока можете что-нибудь рассказать мне. Я с удовольствием буду слушать. Вот так чуть-чуть голову поверните. Thank you.
я исправлю. Очень приятно было. Спасибо. Да положите, пожалуйста, деньги на стол. Просто уже время позднее такое. Плохая примета брать деньги в руки. Вот, но буду надеяться, что вы и дальше будете приходить к нам стричься. А в дальнейшем я вам побольше скидочку могу оформить. Спасибо. И вам всего доброго. Приходите еще. Ну вот и подошел наш ролик к своему логическому завершению. Хочу лишь добавить, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, оставляйте лайки и обязательно нажимайте в колокольчик, чтобы не пропустить следующий видеоролик от канала АСМР первый. Ну и как повелось уже, я с вами не прощаюсь, а говорю вам до новых встреч. Увидимся на моем канале АСМР первый. Всем спасибо за просмотр.